Здравствуйте. 22 июня, 25 лунный день. Созди Адья, Сыцки Огня. День высших сил, благоприятие для домашнего очага, ритуалы почитания огня, проведение свадеб, создавать лекарства, начало строительства, духовно-просветительской деятельности, освящение и открытие священных объектов, работы с железом, надевать украшения, молиться, создавать форму, дизайн, принимать невесту, принимать вещи, обращаться к Буддам, Бодхисаттвам, дальнюю дорогу, продажи, во всех благородных делах. День неблагоприятный для заключения контрактов, договоров, использованием чужого труда, неблагоприятен. Благоприятен для людей, родящих год дракона, обезьяны, неблагоприятен годам зайца, лошади, курицы. И в Лугинском Сукчун Дуане Хорал, Сумбум, Шастры Учителей, Маня Дуане Алтангару, Джудуане Практика Имандаки и Намсая Сахвисун для материальной поддержки верующих. Будьте щедрыми!